Друзья, всем привет! В эфире программа News Time, с вами Инна Стан. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. Французский поп-певец Гару выступит в Санкт-Петербурге при поддержке Bridge TV. В юбилейную программу «Гару 20 лет» войдут самые известные хиты, а также не обойдется без сюрпризов. Концерт пройдет 12 ноября в БКЗ «Октябрьский». News Time. Светлану Лободу выписали из больницы. Забрать певицу приехал лидер группы «Рамштайн» Тиль Линдеман. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Все когда-то бывает в первый раз. Вот и певица Согдиана впервые за 20 лет карьеры дала сольный концерт в Москве. Творчество певицы посвящено личным переживаниям. Например, песня «Птица без крыла» написана об ушедшем из жизни отце артистки. Я так излила свою душу, то, что было на моем сердце, какая боль, это все, в общем, я перенесла в музыку, посвятила эту песню своему папе. Также этой осенью Согдиана презентовала новый альбом «Я выбираю тебя». Одноименный клип был снят в песчаном карьере в Подмосковье. Кстати, съемки не обошлись без форс-мажора. Когда мы переезжали с одной локации на другую, и машина у меня просто застряла. Ни в какую сторону я не могла проехать, ни вперед, ни назад. Но у нас были, если вы видели в клипе, танцоры наши замечательные. Вот они выталкивали просто эту машину. Ну а на сцене компанию певицы составил Митя Фомин. Впрочем, дружба дружбой, а взаимовыгоду никто не отменял. Все очень просто. Дело в том, что я человек очень практичный, и мне бы хотелось посмотреть и почувствовать сцену, на которой я буду выступать через месяц. Так ты так используешь Согдиану, получается, для того, чтобы понять, как... А вы не поняли, что я, вы знаете, что я действительно абсолютно бессовестный человек? Надеемся, что Согдиана помогла Мите Фомину обрести совесть. Ну а первый сольный концерт прошел на ура. С вами певица Согдиана, и вы смотрите Bridge TV. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.